Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект «Изучаем ПЛК-контроллеры, электронику, электротехнику». И сегодня подключим питание и двигатель к сервоприводу Т3D. Данный сервопривод на напряжение питания 220 вольт, переменка. Питание подключается к клеммам L1 и L2. Вот они у нас здесь клеммы. Это у нас устройство для удобной работы с зажимными клеммами. Соответственно, к L1, к L2 мы подключаем напряжение питания 220 вольт. Двигатель мы подключаем вот к этому разъему. Здесь у нас видим обозначение UVW и дальше земля. Здесь вот этот провод, это как раз провод, как я называю, силовой провод для питания электродвигателя. Он подключается вот такой сервомотор. Здесь у нас 0,75 кВт, 750 Вт. Вот. Здесь подключается силовой провод напряжения питания двигателя. Вот такой разъем. Он подключен вот к этим клеммам. И есть еще разъем, который идет от энкодера. Вот он, данный разъем. Здесь вот расположен энкодер двигателя. Вот он. И энкодер у нас подключается вот сюда. Здесь вот такой разъем, его можно нажать, и он вынимается. Вот такое небольшое вводное видео. Дальше буду рассказывать о том, как работать с данным сервоприводом, как запустить сервопривод, вернее серводвигатель. Нравится. Эти устройства мне нравятся по сравнению с обычными драйверами тем, что они работают гораздо лучше. Если брать вот такой драйвер, то я подключал к нему двигатель, шаговый двигатель. Также у него, у того двигателя, который подключал, есть энкодер. Но вот с этими драйверами сложно добиться такого же качества, как вот с такими серводвигателями и с такими драйверами. То есть здесь я задаю там обороты, даже 0,5 оборота в минуту, или там 0,1 оборот в минуту, и все работает бесшумно, все отрабатывает четко, без всякой вибрации. Соответственно, на шаговиках вот с теми недорогими сервоприводами, которые я показывал, это добиться очень трудно. Ну и здесь этот двигатель можно разогнать до 3000 оборотов в минуту. На этом наше небольшое видео завершаем. Спасибо.